Всем привет, с вами Пенни Прец, и сегодня мы снова на Изи Дропе и снова крутим кейсы. И прежде чем начнем открывать, хотелось бы подвести итоги предыдущих 4 дней. Я тут уже за кадрами произвел кое-какие манипуляции, и сумма за вычетом уже депа уравняется вот столько, 3935. Ну, это по стоимости скинов на сегодняшний день, то есть порядка 4000. В принципе, я доволен. Ну и посмотрим, что же нас ждет сегодня на Изи Дропе. И ждет ли нас вообще что-то, потому что колесо вот, сука, никак не хочет мне давать крутить. Может, потом даст крутануть. Давай тогда у нас сейчас доступен будет первый фрикейс. Посмотрим, что ты дашь мне хоть. Тоже не дает. Да ты заебал, что такое? Сколько должно времени пройти, чтобы ты мне дал крутануть фрикейс? Что за херня? Я не знаю, что-нибудь. Может, опять тогда это? Просто по-бырому попробовать снова древний кейс. Как бы вчера он, конечно, меня уже начал сливать, да? То есть, и все-таки... Почему бы нет, да? То есть, посмотрим. Давайте, что? Что, как бы, не все же там скоту масленица, да? То есть, ну, не все время же он мне должен там что-то давать, выдавать, чем-то радовать. Он же как бы и огорчать там может такой, да? Ну, пришелец это дешмань, это я точно знаю, да? Ну, 57, как бы, не так уж и все херово, и тем не менее там, да? И тем не менее... А как? Слушай, а падение кара, по-моему, штука найсовая, да? То есть 35. Чего же он мне ни колесо не дает крутануть, ни фрикейсы? Вот это вот меня огорчает. Ну да, то есть как бы... Ну, как бы не совсем такое говно там, да? То есть и все-таки это не то, чтобы... За что бы стоило цепляться, да? То есть продать все, то есть 173. Короче, примерно 300 потрачено, 173 забрата. Нет, это не то. Ты мне не понравил. Ну, все, древний кейс меня начал бородить. Он говорит, слышь, Пенни, ты уже в корень оборзел, обнаглел. Ты уже, говорит, прекращай. Ну и, собственно говоря, я думаю, да, по виду оружия. А что вот это случайное, что это значит МК? Ну, давай посмотрим. То есть на два раза крутануть же хватит. Ну, тут вот это вот меня... накаляет, что здесь вот эта штука есть там, да. И мне очень кажется, что это выпадет. Ну, давай, может, разочек крутанем, посмотрим. Надо что-то другое крутить, смотреть, то есть, да. Просто я бы, конечно, с фрикейса покупился. Магний, да. Магний это дешево, да. Ну да, это очень-очень дешево. Ну, что ты мне тут дашь, врат, круто, сука. Я вот не понимаю, тут бы хоть какая-то система отчета была, чтобы понять можно было, когда тебя крутить можно, что-то. А второй доступен? Нет, второй недоступен. Потому что как-то странно. Нихуя недоступно. Вот это плохо, что ничего недоступно, это плохо. Так, ну, надо смотреть что-нибудь попроще. Попроще, давай, случайная вот армейская, нет. Случайная армейская, какой-нибудь, все. Нарвался я тогда на древний кейс, то есть он как бы меня окупал там, да, чё? 110, подожди, 110, чё у меня тут есть? Может, что-нибудь на апгрейдах бы пошалить, это, по... На апгрейдах бы пошалить, на апгрейдах пошалить. Давай мы тогда сделаем по старинке. По старинке. Мы можем открыть аж 20 раз ширпокейс. Ширпокейс 20 раз и... получить 10 ширпы, да? Нет, что-то на 110 рублей. А вот, что ты мне дал, да? То есть, ух ты, ух ты. Ну ладно, мы тогда пока это не будем продавать. Мы еще... Да я говорю, не будем продавать, и сам лезу в продажу, да? И мы еще 10 раз откроем. Сейчас мы с 10 скинов самых дешевых законтрактим. Вот тут... За контрактом. Ну, тут 67 тоже. А, вот за 40 что-то выпало, да? Так, та-та-та. Контрактнем. Давай. Ну, тут по стоимости-то нет. Так, что тут? Самые дешевые какие-нибудь. Так, рубль. Так, все. Самые дешевые закончились, да? Так, теперь 2. И еще один претендент. Еще один претендент.
А с остальными мы будем баловаться, контракты смотреть. Так, создать контракт на 80 рублей что-то может дать. Ну, конечно же, мы знаем, что он даст рублей на 5. В 4 раза меньше. А нет, смотри-ка, сволочь. Просто как-то прям подозрительно. Подозрительно прям. Че тут, фришка не освободился? Да во сколько же я тебя смогу открыть-то? Че за бред бредовый? Так, давай. Апгрейды. Сейчас мы, короче, будем просто делать 10% апгрейды. В надежде, что то, что подороже, у нас залетит. Надежду терять не будем. Вот. Я очень сильно сомневаюсь, что сегодня каким-то образом удастся отбить свой деп. Ну, сами понимаете. Как бы 4 дня он... То есть он мне 4к сверху дал. То есть с моим депом, который я там по 250 рублей делаю, он мне дал 4к, поэтому надеяться на то, что он мне прям на пятый день как бы выдаст, ну, смысла нет. Фу, блять, хоть слава богу не зашел. То мне как бы не надо, чтобы вы сейчас зашли вот эти лузерские такие вот эти вот, чтобы вы зашли, мне не надо. Мне вот то, что там повыше будет, чтобы залетело надо. Ну, спасибо. Спасибо. Ах, знал бы прикуп, да? Знал бы прикуп, где бы ты жил. Ну давай сейчас из оставшегося еще мне что-нибудь за... Ну, только не серые, пожалуйста, ладно? Давай только не из серых, ладно? Давай вот только не из серых, закинь еще мне там... А, ну удиви. Изидроп, ты можешь удивить? Скажи, ты вообще... способен удивлять? А, Изидроп, вот давай с тобой поговорим по душам. Способен ли ты удивлять, Изидроп? А, вот, способен ли ты на такую? То есть простому человеку, вот просто такую простую человеческую радость доставить. Вот, способен ли ты? Вот сейчас дилемма-то такая, да? То есть, как бы такие скинчики, вот что, пробовать их 10%? Или это все... Даже если мы это продадим, то это на сколько у нас продать все? Ну, как бы это практически мой деп, да? Практически мой деп. У меня плохо, что бесплатка недоступна и колесо недоступно. То есть, в данный момент не можете... А, подожди, он пишет, что он кейс уже открыт. В смысле, а когда я открыть-то успел? Сорян, подожди. Когда я, блядь, успел тебя открыть? Слушай, когда я тебя успел открыть? Кейс. Ну, тут написано, что кейс открыт 0 раз. Открыть кейс можно не более 3 раз. Кейс открыт 0 раз. Что мне? Ну, короче, это твой баг основной, да? Я вот думаю, либо в контракты тебя... Может, из этого 4 из этих сделать контракт? Раз, два, три, четыре. Сколько ты получаешься? То есть контракт на 6 соток. Либо получится попробовать апгрейд, да? Ну, в контракте я очень совсем не уверен. А, 3, вот, 4. В контракте я очень не уверен. А вот в апгрейдах может быть. Давайте все-таки апгрейды. Давайте все-таки посмотрим апгрейды. Посмотрим апгрейды. СГ, АУК. АУК, кровавая. Давай тебя. Давай посмотрим. Может, все-таки ты порадуешь меня, да? У меня чуть-чуть сердечко так прям тык. Покойник нет, не хочу. АВП, элитное снаряжение. Револьвер нет, ну давай АВП. Давай АВП, посмотрим. Нет, ты меня не хочешь, рада, да? Ну. Недоступны апгрейды, поэтому что? Так, экзоскелет. Ух ты, какой экзоскелет-то за 500-ок. Ну, давай посмотрим. Не дал, да? Эх ты. А мог бы дать мне экзоскелет. Мог. Колония за 850. Ну, давай. Давай колонию. Я согласен на колонию. Давай.
Нет, ни хера, да? То есть ни хера. А что пробует? А ты мне колесо не даешь крутануть, блядь. Кейсы ты мне не даешь открыть. Я, по-моему, в это время уже вчера все открыл. Я же вчера во сколько дома был? Но я не знаю, что ты так, что ты мне вот подлишь-то так. Ну ладно, тогда позже там открою. В общем, вот такой сливной ролик сегодня получился. Это, в принципе, нормально, потому что на воскресенье, в принципе, я хочу депать примерно 1К. И в воскресенье хочу тоже по жести окупиться. Ребят, поэтому в воскресенье, кто будет залетать на стримчик, готовьте свои промокоды, потому что я буду пополняться вашим промокодом. И кто первый мне в чат его напишет, то есть того промокод я использую. Вот такая вот фигня сегодня. Ну, в принципе, все равно я доволен. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Конечно же, участвуйте в розыгрышах, которые у меня проходят. А да, еще кидайте свои промокоды и юзайте мой. Всем пока.